Многие, кто у меня в подписчиках, спросили, почему ты ищешь клинику, где сделают септопластику. Смотрите, я последние 27 лет сижу на сосудосуживающих каплях. Раньше я капала только ночью, сейчас я капаю круглосуточно. И мне хватает максимум на 2 часа. Вот сейчас капли начали уже отходить. Если не капать с открытым ртом, я максимум с перерывами могу поспать, может быть, час. 2 года назад я делала операцию, но перегородку мне почему-то не трогали, мне сделали. Почистили кисту вот с этой стороны. Есть у меня видео на канале. И почистили мне вот эти раковины, которые атрофировались за 25 лет капания. Сейчас мне надо делать вторую операцию, именно вот трогать мою эту перегородку. Я сейчас ищу клинику. Под видео я оставлю две ссылочки, кто меня смотрит в Ютубе. Будет две ссылочки. Первая, как мне делали операцию. Вторая ссылочка будет, как мне операция не помогла. Я устала быть на сосудосуживающих каплях, и я хочу с этим покончить. Хотелось бы раз и навсегда, потому что с этим жить невозможно. Постоянно открытый рот, воздух не прогревается, у меня часто болит горло, у меня часто кашель, который приходится лечить месяцами, бывает у меня бронхит, и все это из-за носа, из-за того, что я часто капаю, у меня кружится голова, у меня сердцебиение, давление, сохнет во рту и сохнут вот эти вот крылья в носу. Поэтому я сейчас ищу клинику, платную клинику, чтобы мне все нормально сделали и не держали меня там 2 недели, как это было в областной Ростовской больнице.